Праздник воды прошел в Хабаровске. На городских прудах состоялась спартакиада по рафтингу. Участие в ней приняли как опытные спортсмены, так и совсем юные, часть из которых даже плавать не умеет. Подробности у Романа Игнатика. Для них это интересно. Аплодисменты. Смотрите, как у них получается с первого раза. Многие впервые держат в руках весла, а зато уже под чутким руководством инструктора дрифтуют на воде. К слову, в большой лодке индивидуальный недостаток навыков и опыта нивелируется коллективной слаженностью действий. Здесь как бы командный вид спорта, и если ты гребешь чаще, чем другие, или реже, чем другие, ты мешаешь остальным. Поэтому здесь важно грести как бы с дыханием, и грибок твой должен идти, соответственно, все 10 человек должны грести одновременно. В таком масштабе спартакиада по рафтингу прошла впервые. В ней приняли участие почти 200 хабаровчан. Большинство из них представляли свои организации. Неудивительно, что на прудах собралось множество болельщиков. В перерывах их развлекали песнями и танцами на воде. А вот в соревнованиях каякеров на первое место вышли личные навыки каждого спортсмена. И как показала практика, сильные руки отнюдь не залог успеха. Гонку выиграла единственная представительница слабого пола Елена Данилова. Техника, думаю, в первую очередь важна, потому что если нет техники, ты плывешь там влево-вправо, как по змейке. Если есть техника, ты плывешь прямо. В конце победителям традиционно вручили кубки. Те же, чьи спортивные результаты оказались немного хуже, в накладе не остались. Корпоративный и семейный дух получил весомую подпитку. В такую погоду, с такой компанией, в своем родном городе столько людей на тебя смотрит. Круто. Роман Игнатик, Николай Фарафонов, Вести, Спорт.